Привет, Максим. Как дела? Нормально. Нормально. Вот мы приехали к Максиму и Наташе. Здравствуйте. Здрасте. Сегодня благодаря одному человеку, это из города Клин, Андрею Мухину. Вот мы привезли ему здесь вот такой как комбинезон, штаны, скажем, комбинезон, а курточку, так шоколадки, немножко конфеток ему. И Наташа говорит, что это очень кстати. Да, спасибо вам огромное. Я, кстати, думала, как ребенку собрать на курточку, ну, чтобы на костюм теплый, потому что он ходит в школу в осеннюю. Дай Бог вам здоровечка, счастья вашим близким, чтобы вас Бог всегда хранил. Спасибо огромное, Андрей, спасибо огромное всем, кто помогает. Низкий вам поклон, и еще раз хочу вам сказать, без вашей помощи, вот, да. Ребята, Андрей, без, очень трудно им выжить в таких условиях, да. Просто не представляю, они очень рады, курточки, Таникам. Спасибо вам огромное, дай Бог вам всем здоровья, спасибо, мы очень рады, я, кстати, только об этом и думала, где достать курточку, спасибо большое.